борьбы никакой не надо, говорит, надо вырубать. Итак, друзья, сейчас спарринг деда, мастера спорта СССР против Корнея Тарасова. Чтобы вырубать людей, а не бороться с ними. Жестко бьют. Жестко, чтобы остановить тебя. Я смотрел «Мстители», я есть зеленый. Друзья, во-первых, мы теперь Корнею не даем доступ к его директу. Если вы хотите заказать рекламу у него в Инстаграме, то пишите на номер, указанный у него в профиле. Не надо писать ему в это. Второе. Сегодня дед Родион, мастер спорта СССР по боксу, тренер по боксу в клубе Fight Pro, будет проверять Корнея на прочность, ну а также они проведут свою тренировку вместе. Все, погнали! Ну что, давайте, удачи всем, удачи нам, скажи, удачи кто... Корнею. Ну, на самом деле у нас большие глобальные задачи. Мы хотим, на самом деле, сейчас мы начнем работать на лапах, отработка филигранных, значит, отработка ударов, значит, и потом мы будем работать в парах. И в ближайшее время вообще у нас цель, задача поставить Корнея в пары, на открыто выступить, на открытом ринге. Вот. Мы будем над этим работать, и я думаю, что это принесет, рано или поздно это принесет победу, и удачу и успех. С самого начала руки свои. Одевай бинты. Нет, нет, они у меня мокрые. Вот. Бинтуй. Здесь перелом. Здесь. Вот, видишь? Вот. Ты перелом. Потому что не взял меня. Я же катман. Да? Я катман, да, я могу бинтовать. Ну так что, бери меня, я буду в угол, конечно, профессионала по боксу, чтобы вырубать людей, а не бороться с ними. Хорошо, как раз маме бьется. Раз, два, все через переднюю. Раз, нет, отскок. Удар. Отскок, давай, да? Все, не вали. Дыши на выдохе. Нормально, у него просто желание огромное сделать. Вот, иногда просто желание, оно бежит впереди разума. Это нормально. Это нормальное состояние боксера, иногда бывает. Надеемся. Понял? Раз, отскок. Раз, раз. Оп! Куда руку поднимаешь? Это подсказка для соперника. Все должно быть. Вот, отскок, нельзя оставаться. Раз, раз, раз. Оп, туда. Я понял. Раз, отскок. Раз, раз. Оп! Молодец. Иди на задней ноге. Понимаешь как? В боксе, как в карточной терминологии, шестерка, шестерка, туз. Понимаешь? Много ложных ударов для того, чтобы обмануть, развести. Club and the city show me love. She gon' fit me like a glove. Sipping whiskey, feeling buzzed. All right, rest in peace. На самом деле, нужно просто найти к нему подход, найти вот эту вот, понимаешь? И как говорится, это сложно. Да. Но у каждого своя. Ну, заинтересовать его надо. Надо, я вижу у него да? когда у него вижу, у него получается, а у него глаза начинают гореть. Видишь, вот надо за это цеплять и тянуть. Вот.
Это подход тренера, это псина. А кто такой тренер? Это тренер, это психолог. Он должен подойти, найти и вытянуть это из него. Понимаешь? Все правильно. На самом деле, вот это мое мнение. Может, хоть немного прогрессирует? А? Прогрессирует хоть немного. Ну, знаешь, как я тебе хочу сказать? Это даже не моя фраза, это фраза выражений. Любая хорошая тренировка, она дает положительный эффект. Конечно, прогрессирует. Исходя из этих фраз, исходя из этого, конечно, естественно, рано или поздно будет эффект. Он никуда не денется. I gotta do it for the fans, yeah. I wanna do it for the fans, bruh. I got really big plans, yeah. I'ma do it cause I can, yeah. I throw cash for a minute, oh. She throw back for a minute, yeah. I flow fast when I get it, oh. She love that when I hit it, yeah. I'ma get high, I'ma get low. I'ma go fly to my own show. I don't say bye, I say hello. Get to know me, yeah, they call me B-Ho. Gonna be the best in the game, rest in the fame. Nest in your brain and I spread like the plague. I don't give, no, I take. Live for today, ain't nobody gonna say I didn't make a name. С такими людьми, как народ, они тебя не травмируют, они дают опыт. А бывает, там выходишь с теми, кто это поборет, они пытаются себя там показать чего-то, травмируют тебя постоянно. Из-за того, что у них мало опыта, они тебя еще больше... Однажды Родион, мастер спорта СССР по боксу, у него такая крикушка где-то, мы дали ее почему-то в интернете. Залипает про. Сейчас он докажет, что он нифига не дед, и накажет молодого амбициозного Корнея Тарасова. Дорог.
Хватит орать, работай. Нет, а так я пизде ору. Занимаются спортом, понимаете? 53 года, какая форма, посмотрите, выглядит красавчик. Лишнего жира, ничего нету, форма отличная. Ну не везде, то не везде, я тебя наказывал. Вот, но ты тебя давишь, и я, то есть, довожу до этого, до максимума, да. И когда ты начинаешь бить, я проваливаю тебя. И начинаю контратаковать. Это такая задача. Так, боксер. Не, он молодец, у него хорошая физуха. Но вот нету опыта, нету мышления. А так бы меня он сейчас просто в одну калитку. Я ему просто не дал. Потому что я все-таки чувствую, да, соперник. Вот вижу, понимаю. Ну, я вижу, но не успеваю. Все-таки вот так вот больше. Ну, нет физухи у меня. Физуху-то, если поднабрать, то я смогу и на ринге выступить, и на соревнованиях серьезных. А так не. Да, чаще стоять, да. Кстати, друзья, если хотите попасть на тренировки по боксу именно к Родиону, то обязательно приходите в Санкт-Петербург, клуб Fight Pro, ссылочка будет в описании. Какие у тебя дни недели? Понедельник, среда, пятница, вторник, четверг, суббота. Короче, каждый день, понедельник, среда, пятница, с утра, вторник, четверг, суббота, вечерняя группа. В общем, приходите заниматься к Родиону, если хотите бить по матери природе. Друзья, всем спасибо за просмотр. Как вы видите, мой брат Корней Тарасов, который 10 лет бухал, наркоманил, потихонечку становится человеком. Мы, конечно, из него пытаемся его сделать, потому что иногда он говорит полную дичь и чушь. И напомню, если вы хотите заказать у него рекламу, то пишите не в директ, а в номер, указанный там. В общем, это был канал Body Money. Меня зовут Артем Тарасов, мой брат Корней Тарасов. Подпишись, поставь лайк. Всем спасибо за просмотр.